Всем привет, вы слушаете Алексея Халецкого, и это партия в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm за Екатерину Медичи. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, всегда лучше смотреть с самого начала. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Убился от меня варвар. Ну вот, блин, надо решать, куда ставить. Я бы, наверное, вот сюда все-таки поставил. Смотрите, какой тут разлив рек. Прикольный. И убери любого. Это нам совсем тесно. Мне нет. Я понимаю, да. Я сначала думал, что тут мапуча где-то снизу, честно говоря, но оказывается, что... Я не понял, он ко мне снизу пришел. Не понимаю, как. Я тогда поставлю город подальше. На этот кусок. Опять метки пошли. Просто хотел на речке поставить. Ну ладно, под акведук сделаю. Ну так поставь на речке, о чем плохо. Но да тут... ну что тут, у тебя сразу выкуплена клетка. Один радиус, что мне, где район поставить? Так вон у тебя, так для кампуса у тебя есть место. Я выкупил клетку для кампуса, это кампус. Это не военный лагерь, если что. Я надеюсь. Ну ты можешь навести мышку и увидишь, что это кампус. Да не, я понимаю. Так выкуплена клетка, потому что тут плюс 3 как раз от гор. У тебя вон есть места. Но это, по моему мнению, это просто не очень хорошее место для города. У тебя тут ресурсов нету. Ну, как-то грустно. Блин. Ладно, постоим. Ей. Струма, Неста. Тут, конечно, можно будет еще поставить. Так, где мне тут можно? Я вот тут, наверное, поставлю город. Не буду особо далеко ходить. Так, а вот здесь, наверное, уже надо будет апнуть. Прощу и этого... Ну что, еще одного посела сделаем? Да, наверное, еще одного. Надо здесь где-то ставить еще город. Наверное, тут на побережье. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, пошли. Куда этим воинам? Вниз. Сюда, наверное, пойдем к этому лагерю. А рабочим пойдем вот эти... камни сносить. Прикольно. Везувий и Барен. Два вулкана. Друг за с периодичностью взрываются. ГГшечку убили. Кого убили? Ну вот сюда, видите, да? Гонконг, вроде там собирались убить. Объединяем. Так, здесь ставим город. Да, мне с местами повезло, будем честны. Просто вот. Ты
Ничего себе, в руинке можно и губернаторский титул найти? Да. Впервые такой... Ну это, конечно, Везука-базука. Это с этого дополнения, да, так можно? Знаю, но я только что нашел губернаторский титул. Тут надо будет кампус, давайте откладывать производство. Ну, у меня с первой самой руинки, которую я поднял, был шедевр, не шедевр, а реликвия, поэтому лучше, по идее, ничего не может быть. У меня с первой руинки рабочий, со второй релик. А я вообще ни одной руинки не нашел. Рабочий, потом этот, скаут и тут. Походу мапучи с греком все пропылесосили. Ну там кто-то 8 руинок докладывал нашел. Видимо, ему бог им судья, конечно. Голландия, будем дружить? Не дружи, не дружи. Нет, не надо. Мапучи. Оазис какой-то. Ну, лавенду, предположим, можно будет захватить когда-нибудь. Все может быть. Ладно, постоим пока. Ну, тут надо где-то город ставить. На этом побережье. Тут еще тогда влезет. Ой, как у меня с местами-то хорошо. Ну, я слежу за твоей армией, я не видел. Четыре хода. До кампуса. Тут еще, наверное, быстрее будет. Может тапнуть в луки. Так, что у нас тут дальше? Астрология. Деньги давайте открывать. Деньги. Верховая езда. Мечников. Древние стены надо бы построить. Согласен. Может тут какие руинки найду в тундре? Давайте апну. В лучников. Так, тут у меня отложено производство, да. Мапучи, ты мне дружбу предлагаешь? Ну, тут, блин, лошади, правда, были у этого лагеря. Что опасно. Да нет. Я не знаю, не нормально. Там на тебя другие собираются. Ну, один ход кампус, отлично. У меня два будет хороших кампуса. Уже. Да я вообще молчал. Да, это я вас, как в белорусском слове будет, бянтежить, сбянтежил. Просто я не хочу подружку, если ты сейчас на тебя вдвоем нападут, то что мне делать? А кто на него вдвоем нападет? Ну а кто там собирался? Кто-то вдвоем собирался. А, это ты с ежиком? А, я думал, ты с греком договариваешься. Так я и тоже не понял, что он как бы... Я тут себе сижу, развиваюсь. Канди. Да, а чё мне воевать с греком? Вообще, тут просто, ну... Так, ускоряем арбалеты. О, тут ещё какие-то места. Британец, а зачем тебе туда армия такая? Кстати, что у нас тут по счету? Раз тут никого нет, и мы будем дружить. 150, 146, 93. По науке у грека 15, у меня 10.
Ну, теперь может пингалу уже взять. Ну давайте. Давайте, может, Лян лучше сначала. Типа, чтобы... Ну, хотя еще до героического века, я думаю, мы возьмем кого-нибудь. Давайте пока Пенгалу все-таки в столицу назначим. Да, вот такое ощущение, что вот это все места мои тоже. Интересная, конечно, карта получилась, но... Как-то очень куча места для меня. Построим библиотеку, что тут, или оракул, нет, тут не надо, да может центр коммерции. Так, давайте подумаем по поводу политической площади, она, скорее всего, будет вот тут, да. Вот здесь политическая площадь, вот это вот все вокруг вырубаем, значит центр коммерции здесь ставим. Великолепный кампус, бонус стремления, то есть тут еще тоже будет великолепный кампус и бонус к стремлению. Стояночка. Политическая философия. Так, мне нужно еще ГГшку где-то найти. Может, тут еще будет? Канди нашел. Третью ГГшку надо для политической философии. Ну, грек, наверное, уже в ней, да. Это естественно, все-таки грек. Боже, какие тут холмы. Ну, сбегаю сюда, посмотрю, что там. Блин, тут реально еще куча территории. Или, может быть, там кто-то еще есть просто. Я все-таки... Блин, ну что так? Мне, кстати, могут сейчас убить. Могут убить лучника. Потому что конь атакует и... А, нет, это не может атаковать. Все, хорошо. Так, ну здесь пойду... Я вот тут, наверное, поставлю этот город. Так, что у нас в Париже? Нормально, нормально, нормально. Британия, семья, слышишь? Я бы строителей, конечно, сделал. Надо развиваться, надо тут все вырубать. В чатик ему напиши. Да, он ответил. Варвары абсолютно. Тут куча, куча тундры. Слушайте, тут действительно кто-то может быть, мне кажется, вот здесь. Есть такое ощущение. Ну ладно, может тираж. Так, блин. Вот этот варвар мне не нравится. Шестнадцать науки. Уже приятненько. Грек тут хочет город ставить. Ну, в принципе, я все равно туда не успею, наверное. Ну, тут вот это хорошее место, действительно. Тут я не спорю. Пока право прохода не хочу ему давать. Извините, что-то проблема с дискордом. В
чем она выражается? Перестала работать кнопка. Я хотел спросить, зачем тебе право сейчас прохода? Ты и так подходил вплотную к моей столице, видел территорию все. Я наоборот уйти хочу. А где ты? Возле Агры. Блин, мне надо поменять. Галеры? У меня стоит на создание поселенцев. Мне хотя бы это создание рабочих, кстати, поставить карточку. Может что-нибудь открыть быстренько? Это... А у меня тут нечего быстренько открывать. Идешь право прохода, да? Нет. Могу продать, хочешь? Да нет, не обязательно. Ну вот видишь, значит не так тебе и надо. Ох, какой тут вулкан извергается. Вау. Лава так во все стороны. Балдёж. Так, ну не должен же убить, правильно? Реально ощущение, что тут кто-то может быть с этой стороны. Египет, ты не против, если я левее Мвимби, Мвилы, и ниже Квилы построю город, выше лагеря, который рядом с тобой? Какой классный стих. Нет, только вижу Мвилы. В Риму получилось? Я ничего не вижу. Мвилы, 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 Мвилы. Я выше Мвилы ничего не вижу. Вот если я левее Мвилы, поставлю город на 4 клетки левее, строго на запад. Где киты и река? Да. Да, не убил. Спасибо. Ну вот, а следующим ходом может убить. Хотя мы в защите тут стоим. Фиг знает. Ну я рискну, короче. Начитал проекты, да, научил. Да, не. Блин, мне бы еще одну ГГшку найти, ну. Где они, ГГшки? Выходите. А, нет. Конец карты. Ну тут, короче, какая-то куча территорий для меня есть, на самом деле. Может здесь, где еще сейчас встречу? Опа, и здесь конец территории. Что? Что это за французский полуостров за горами? Я вообще-то в какой-то резервации, похоже. Так, тут все вырубаем под Магнусом. Слушай, британец, а если ты поставишь город на клетку левей на побережье, то у меня еще там сверху влезет город. Блин. Что-то мне очень завезло с территорией. Прямо... Ставь города, не хочу. То есть я очень правильно сюда вот вверх поставил ограничить грека. Что он ко мне не мог пробраться особо. Да. Фу, не убил. Ей. Так. Не понял. Да ну боже. Какого хрена не дают? То есть это зона контроля... Придорок еще не добил никого. Да, вот это хреново.
Тут никого не встретил. Я все-таки встретил какую-то ГГшечку. Кого? Нанмадол? Он сам ко мне приплыл, Нанмадол. И где он был, интересно? О, руинку наконец-то нашел. Так, лагерь. И берем олигархию. Здорово, здорово. Ставим, во-первых, на создание строителей. Боевые мощи против варваров оставляем. Дальше плюс 2 влияния. А может первый посол и в Нанмадол отправить? Давайте, наверное, первый посол. Подождите, я его не первым встретил. Так, так. Значит, строители, первый посол, плюс производство. Пока черную карточку не ставим, я еще один город не поставил. Нанмадол прилично дает культуры, правда, от прибрежных только, но тем не менее. Египет. И дальше. А я тебе помогу. Драму и поэзию, три хода. Так, астрология. Просто их там навал целый, я не знаю. Строительство. Вот где Нанмадол. Интересно, кто его первым встретил. Да, ну тут, конечно, куча территории. Мне просто надо расселяться. Фу, не убью, господи. Вот это у меня герой, конечно. Дуболом-герой. Видимо, там где-то лагерь. Так, господи, что ж ты за мной бегаешь все? Так, ну тут надо уже... Даже не знаю, откуда запускать. Так, надо отойти от побережья, чтобы Квадриэма меня не обстреливала. Мапучи вон поставил город. О! Англия, здорово! А ты где отсюда находишься вообще? Англия. Александр. Александр Петрович. Борис, из меня 4 ГГшки, индус и только я. Если из Ларошели отправим. Так, покупаем. И вырубаем. И строим рынок. Дальше. Инвиктус, что делают твои кони в моей грани? Привет, Гонконг. Пасутся, видимо. Как-то их слишком много. Там хорошее пастбище. Не вижу, почему бы коням не попастись. Инвиктус за кого играет? Отправим в Бордо. Две еды, два производства все-таки. Сейчас черную карточку еще поставим. Со временем. Так, давайте-ка мочить эту квадриремку. Боже, боже, боже. Мне так хочется всю эту территорию своими городами заставить. Вы бы знали. Так, здесь не выбран. Строитель, производство, еда.
В одном и том же месте уже более третий раз. Конго, хватит. Опа, строитель, здорово. А, пацаны. Чего? Ой, тут, блин. Ты меня понял, нет? Куда апаться? Пойдем-ка разберемся. Не понял. Я жду, пока тут этот строитель вернется. Я хочу его захватить, а он на воду сел. Блин, тут столько еще городов можно ставить. Нормально, вполне. Да и у грека тут территории дофига. Похоже. Ну, а еще руинка. Ну, хоть где-то руинки нашел, а то совсем уже пропылесошенная вся территория была. Еще, блин, варвары. Так, здесь, значит, от дальнобойных атак возьмем. Здесь забираем руинку. 20 единиц мирового влияния. Ну, так себе. Боже, какая огромная территория у меня. Сколько я тут вообще могу всего ставить. А, вот руинка, кстати. Надо взять. Так, вот теперь возьмем Лян. Совсем территорию. Куда? Давайте в Тулузу. Ну, мне сейчас не надо оставиться сюзереном Нанмадола. Давайте я поменяю обратно на плюс 2 влияния. И тут все-таки изоляционизм поставим. Так, вырубили. Передали Бордо. Вырубили. Начали строить торговца. Два раза прошла буря в пустыне. Пустыня уже дает две еды, одно производство. Это же здорово! Блин. Один ход. Они реально могут сейчас захватить этого рабочего. Давайте я так вот отойду. А ты египтянина говоришь или не ты? Египта под Мемфисом. Ты вот это видишь мою территорию. Ты уже понял, да, что снизу там тупо тундра идет дальше? А ты сейчас дойдешь до конца карты. Вообще, как с горами у грека завезло, с холмами, горами, вот вообще, в перспективе у грека очень классное развитие, потому что у него и культура будет с его акрополей, и наука у него есть. Давайте вот сейчас глянем, 21 уже наука у него, а с культурой 14. Мне надо бы театралочки ставить, у меня Нанмадол хотя бы найден культурный, и что-то можно будет сделать. Ну, типа, хоть какую-то культуру иметь. Так, давайте к этому лагерю идем. Здесь у нас руинка. Дальше возвращаемся, обрабатываем соль. Я думаю, что захватит этого рабочего, но если он выйдет из лагеря, меня, кстати, это устроит. Как ни странно. Короче, по очереди. Сначала Египет в тундре, потом Аравия в тундре. Давайте из Парижа отправим куда-нибудь. Ну, вот в Бордо. Нации, которые в тундре живут, вот попались. Причем я вижу там какую-то жесткую реку через всю тундру. Под самой. В
Равнина. Надо ли мне на равнине? Так, а что это вот это? Грек, если ты Родосом выкупишь камень, то я очень расстроюсь. Ну, я вообще, Лёша, ничего не выкупал Родосом, это все само. Ну, я тебе говорю, если ты выкупишь камень, если ты не выкупишь... Не собирайся. Потому что я не хочу сейчас тратить деньги. Давайте библиотеку добьем. Вот в Ла-Рошеле можно театральную площадь поставить. Так, что тут обстрел происходит, отойдем. Полечимся. Нет, не захватили. Это здорово. Так, пойдемте в машиностроение. Древние стены я не буду строить. Вот просто не хочу. Есть чем заняться и без древних стен. Строители. Когда там у нас... О боже, еще 14 ходов до героического века. Как говорил Стив Балмер, development, 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 development. Правда, к разработке относилось, но в моем случае это развитие, развитие и развитие. Бордо. Так, переключим эту сюда. Дальше в Бордо строим. Районы мы все сделали. Амбар. Нет, делаем строителей. Сейчас везде строителей. Стоит карточка на строителей. Делаем строителей. Что здесь? Я бы, наверное, здесь вот треугольничек из ферм сделал в данном случае. Так, новый континент. О боже, нет, ну серьезно, вот смотрите, сколько территории просто тут. Сколько территории. Вот это генерация крови. Прям даже интересно, сколько всем остальным. Ну, выглядит, что и грека неплохо с территорией. Ваша придворная. Ваша придворная дама Бабетта выяснила, что Англия расширяется. У меня Бабетта на балу в Англии танцует. Я знаю, что есть прокачка, но я пока не хочу тратить ее. Явно сейчас будут атаковать мечник, и тогда можно потратить на улучшение. Бабетта. Жоржетта, Лизетта. Так. Нас нельзя строить, да? Можно. Мы же голосовали и все. Решили, что можно. Блин. Куда ты опять ставил метки, и вот что произошло? О, вулкан становится активным. Пирамиды построились. Так, давайте по городам пройдемся. Рост производства. Чисто производство. Вообще, давайте тут отменим залоченность. Я думаю, тут уже сами города понимают. Египтянин, если я когда-то буду ставить города возле Женевы снизу, тебе там рост производства, производство. В смысле, ты его рост производства. Ну да, со временем когда-то может быть.
ближайшее время я не смогу, но я просто пытаюсь понять, как мне в эту игру играть. Ну вот, я, как я и говорил, видите, подверглись бомбардировке. Я сейчас захвачу этот лагерь. Уже долго еще, да? Нет смысла откладывать. Потом убью лучника, и тогда можно уже проапгрейдиться будет. Так, этот вырубаем тут. О, ну это надо ближе к делу тебе спешу. Париж и рынок. Другие города, которые могут так, поставить. Так, дальше я нанимаем Рейну. Сказать, Виктор, дружить будем? Я вот буду ставить Рейну. В пустыню. В Ларошель может, ну чтоб клетки добавлялись, да, наверное? Или в Леон. Вообще лучше в Леон. Там Мапучи недалеко, лояльность есть какая-то. С другой стороны, не, в Леон. Еще лагерь. Как я тут очков набил. Выше крыши уже. Так, надо как-то тут встать. Вот, понимаете, тут надо город ставить точно. Блин. Мне реально надо как-то расселяться. О, свинюшек надо обрабатывать. Конечно же. Блин, там варвары. Дальше идем игры и развлечения. Может, оракул организовать? Вот тут, например, оракул. Тогда тут театралочка хорошо встанет. Ваша придворная дама Изабель услышала на балу, что мапучи расширяются. Не, прикольно играть за Францию в том плане, что сразу плюс один дипломатическая видимость, и у тебя уже вот эти придворные дамы. Я даже стесняюсь спрашивать, каким макаром они узнают все эти сведения. Нам, конечно, пишут, что на балу. На балу, знаете, так и подмигивает игра еще. Если бы они еще на балу в кавычки ставили, вообще было бы зашибись. Это нашествие квадрилии. А там ездит на лагерь, потому взял, что выкупил, не понимают, табак. Ну, от Еревана своего есть. Ну, лагерь, надо сносить, значит, вот этот город. А вот он ему никак... Есть какой-то лагерь? Он никак его не может защитить. Я просто не понимаю, откуда они приходят и почему. И почему ко мне? Не знаю. Тебя я еще не развел. Я просто говорю, что там мы... У Ахетатона заплыв какой-то адский. Поэтому если Конго поплывет дальше, то ему точно крамза. Так. Может, вот здесь монумент как раз. Еще тут мапучи всунулся, да? Ну окей. Или не выделываться, слушайте, или не лезть на рожон. Ну серьезно, у меня же есть куча территории. У меня и этот табак где-то тут есть. Где? Вот он. То есть сюда поставлю город когда-нибудь. Слушайте, может начать действительно дальше расселяться? Все, поставлю сейчас карточку на поселенцев и вперед.
Рандам слонов. Надеюсь, не у столицы будет продавать. Ну, если ты про вару, то они по 1-2 хода строятся, если что, могу партию сделать кому. Боюсь, мне это точно не грозит. Они плавать умеют. Да, где нам что тут вырубить? Плавающая вару, то что там новенькая. Ну, камень, конечно, могу пойти вырубить. Так, здесь я не могу ничего. Вот этот клетку купить можно на холме вырубить. Басу стоит. В каком-то из городов. Блин, тут был бы кампус офигительный, но тут уже лошади. Там уже лошади. Пока по мелководью мог. Очень мне не нравится, Мапучи, как ты тихонько выкупил табак у Леона. Я. По берегу города не будешь ставить, да, просто меня. Куда? По берегу. Ну вообще хотелось бы один город. Я единственное место там тоже сидеть. Ну, мне б тоже туда бы. Просто у тебя через горы неудобно, а мне как раз рядом. А у тебя там сверху левее Антиохии есть вроде есть. Нет, там тут. Слушайте, ну тут реально у грека дофига места с горами просто. Вот, селись не хочу. Сейчас где-то тут стоять. Вот сюда на холм надо встать. Этим лучникам тут будем стоять. Ну, чтобы варвары не появлялись. Давайте сюда сбегаем, посмотрим, что тут. Как у нас по армии? 169. У Мапучи... Ну, у Мапучи больше, я согласен, но ему вот здесь это все проходить. Так, давайте мы эту клетку на всякий случай купим. Ну, тут только мечник такой подошел резко. И передадим бордо, конечно. О, один ход. Что, сейчас типа, блин, кто-то купил, какой урод построил оракул. Ну блин, видимо, там реально лагерь какой-то. Мачу-Пикчу. Дает стандартный бонус за соседство с вулканом. Ну, так себе. Так что давайте театральную площадь тогда. В бордо. Да что-то у тебя город отваливается. Ща починю. Блин, не успел выбрать. Ну, у меня тут все. А, надо, я хотел карточку сейчас поставить на строительство поселенцев, да. Убрать черную и поставить строительство. Я понимаю, что можно будет за религию покупать, но это немного здесь будет. Это, ну, два поселенца можно купить. Караванчик сделан так. У нас бегает из Парижа и Ла-Рошели. Откуда? Наверное, из Руана надо отправить. Там сплошная еда, а производства нету вообще. Так, давайте смотреть, с кем бы нам поторговать. Кофе и трюфели, красители в Англии. О. Англичанин, предложение.
И у Грека, по-моему, что-то было. Грек, предложение. Опа, Хатуса. Вот откуда наука-то у Грека капает. Вот куда нам надо отправить посла первого. Так, первый посол. Здесь ставим плюс 50 к поселенцам. Капец, элитра под колодцем появилась. И в Париже зал для приемов, пожалуй, пора строить. Зал для приемов, потом будем... Кто тут построится? Так, давайте здесь в очередь ставим посела. 12 ходов. Нет, тогда нет пока. Дальше открываем феодализм. На этом пока все. Для спонсоров канала продолжение, наверное, уже выложено. А для обычных подписчиков продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!